Лос-Анджелес. Смотрите, как красивые места здесь. Девочки общаются. Привет, Юля. Вид на Лос-Анджелес. Город ангелов. Вон вдали даунтаун. Японский сад находится в центре музея искусств в Лос-Анджелесе. Катя ищет дорогу на выход. Побыстрее, ну, свалить отсюда. Дорогие друзья, мы с вами находимся в солнечной Калифорнии. У нас отпуск, неделя, и мы сейчас находимся на одном из красивейших пляжей Калифорнии. Называется Лагуна Бич. Посмотрите, как красиво вокруг. Это Пасифика, то есть Тихий океан, и здесь очень холодная вода. Поэтому в Калифорнии вы не найдете много людей, которые купаются. В основном люди загорают, очень смелые плавают, но такая. Но больше, смотрите, серферы, они самые известные. Ну где? В Голливуде, блин, где? О, вот он висит. Все тут фотографируются, останавливаются. Здесь просто столпотворение. Посмотрите, очень много иностранцев приехали. Начинается это иностранство. На той горе самый красивый вид. Смотрим закат. С пивасиком и орешками. Мы находимся в городе Ла Хойя. Это очень красивый город на окраине Сан-Диего. И здесь очень много байдарочников. Посмотрите, здесь в одной из скал есть пещера. И они делают такие туры на байдарках, они заплывают в пещеру. Замечательно. Да, Катенька? Отлично. Все, пойдем смотреть на тюленей. С одной стороны у нас трамвайчик. Смотрите, какой интересный. Paramount. Смотрите, да? Какой прикольный трамвайчик. А с другой стороны поезд. Мы между трамваем и поездом. На развилке железнодорожных путей. О, какая система поехала, да? Тепловоз. Все, переходим. Пока. Всем пока. Впереди наш конвеншн-центр. Сан-Диего с высоты пеликаньего полета. Мы находимся на балкончике конвеншн-центра, где происходят разные мероприятия, выставки. И здесь погода просто идеальная сегодня. Немножко покрапывает дождик такой, но... И мы балдеем.
это будет продолжаться. Не, молодец. Ни хрена себе какой виртуоз. Сядет. Да может не сядет, может он. Он просто решил повыпендриться, если не сядет. Дорогие друзья, я нахожусь на вершине горы Дюм.